Всем привет, дорогие мои! Заказ по купонам. Ну, можно сказать, часть вторая. Да, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Ну что ж, первое, что я вспомнила, что раньше был такой классный 3-ролл гель. Он мне попался как раз в разделе вот эти вот купоны. И, конечно, я его с удовольствием заказала. Артикул 1036 круговыми движениями на область вокруг глаз. Нужно наносить, массировать роликами в течение минуты. И 3-ролл гель можно использовать несколько раз в течение дня, когда глаза чувствуют усталость после тяжелого дня или бессонной ночи. Вот так вот. Значит, 1036, вот такой вот 3-ролл гель, вот он, видите, такая вот прозрачная такая вот капелька, когда вы вот так начинаете круговыми движениями, ну, сколько-то там выходит, я так понимаю, и сколько-то вот наносится, и вы таким образом массируете, и глазки вам говорят спасибо. Дальше BioGlow линейка. Это все, что я люблю из этой линейки, из линейки BioGlow. Это ночная маска желе 50 мл. Она, на мой взгляд, очень классная. Мне нравится от нее эффект. Это бьюти серия с яркими ароматами. Кто не любит яркий аромат, это не для вас. Ночная маска желе, она идет с легкой пластичной текстурой, стимулирует природный механизм обновления кожи, обеспечивает увлажнение, улучшает цвет лица. Да, все так и есть. Как заявлено, она идет 50 мл с артикулом 1306. Идет с такой вот крышечкой. Такая вот масочка получается. Ну, давайте попробуем ее вот так взять. Вот она, видите, потекла. Она превращается в водичку. Поэтому много ее лучше не наносить, потому что она очень экономная. Видите? Ну, она всегда такая была. Она очень экономная. И маленькой капельки хватает на очень долго. Она у меня стоит в ванной. Как бы основной уход у меня, конечно, в комнате стоит. Ой, какой... приятный аромат. Ну, какой-то персик, абрикосик, что-то типа этого. И шея, декольте, могу на плечи заехать. Она прям суперская. Использую вот такую штучку, чтобы не марать эту масочку. Потому что, ну, не хочется лишний раз марать. И вот такая вот сыворотка. Она у меня тоже в ванной. Я ее наношу именно под маску. Она улучшает цвет лица, придает сияние, выравнивает микрорельеф кожи, обеспечивает защиту, способствует восстановлению. И как раз таки содержит нуафтему 2. И самый тут, я так понимаю, главный ингредиент — это неоцинамид, который выравнивает рельеф кожи, повышает ее эластичность, усиливает барьерные функции, способствует коже, удерживает влагу, способствует клеточному обновлению. То есть способ у нее нанесения — просто наносите тонким слоем на очищенную кожу лица и все. Но это сыворотка с артикулом 1308. Ее можно наносить под любой крем, по идее. Я их решила подружить, оставить их в ванной. То есть я сначала наношу сыворотку, а потом вот эту вот ночную маску. Мне эффект нравится. Сыворотка тоже вроде бы сначала светленькая, потом водянистая. И запах у нее уже не такой сильно яркий, как у маски. Вот видите, маска уже почти что впиталась. Вот она прям такая вот, прям питает влагой. Мне нравится эффект от масочки. Дальше побежим. Это я взяла маме. Маска скульптор для лица, шеи, декольте. Она идет такая прям крутая, глиняная. Активирует 14 генов красоты. Идет как биомиметическая. И ее можно сразу же прям целую маску израсходовать на шею, декольте, там область плеч и так далее. Вообще 60+, это интенсивное омолаживающее действие. Восстанавливает четкость и контур лица. Восстанавливает структуру эпидермиса. Вот она, видите, такая вот густая. Наносится тоже не очень удобно, но нормально. Вот так вот вы ее разносите. Так, значит, эпидермис восстанавливает, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищает поры, устраняет черные точки, стимулирует выработку коллагена и эластина, мягко отшелушивает клетки и повышает регенеративные функции кожи, повышает эффективность средств ежедневного ухода. Она ее очищает и плюс ко всему регенерирует. Вот такая вот красоточка. Масочка не моя, моей маме. Запах у нее, что-то я не чувствую никакого запаха после BioGlow. Ну, был какой-то, знаете, нежный такой глиняный аромат. Поэтому вот это, получается, я маме отдаю. Дальше. Это я заказала себе любименькой. Это ночная маска для лица серии Dream Therapy. Чем она мне нравится, в первую очередь, это ароматом.
и ее действием. Буквально чуть-чуть я ее наношу, и минут через 15 я уже вижу эффект. Часто ее не заказываю, потому что, ну, много других классных масок, но это вот прям одна из моих фаворитов стала. Я очень редко заказываю что-то по второму разу, потому что все новинки-новинки, а тут прям не выдержала и заказала. Артикул 2671. Она разработана специально для восстановления упругости кожи в ночное время. Уникальная гелевая текстура активно увлажняет кожу, нежный аромат настраивает на сон, вот этот мелатонин. И пока мы спим, кожа совершенствуется. Маска быстро впитывается, не мешая комфортному сну. И спокойной вам ночи, подписано. Значит, она идет 50 мл, артикул 2671. У нее такой не очень-то слабый ароматик. Я ее тоже поставлю в ванную, потому что я не каждый день пользуюсь масками. Она у меня встанет на очередь после той маски. Вот такая вот прям гель-гель. Видите, даже не льется. Но запах у нее не то, чтобы прям невозможно дышать. Маска, она, в принципе, наносится и в зону лица, и везде. Вот она, видите, как желешечка такая. Хорошенькая. Очень понравилась. Сейчас она поедет. Видите, так вот медленно. Она, так как биогло, не растворяется. Но из-за того, что теплое тело, она прям, видите, тает. И впитывается. Впитывается быстро, хорошо. Мне вот этот эффект нравится. Вот. Я после ванны пока стою там, наношу бальзамчик на волосики несмываемый, сыворотку, масочку нанесу. Очень нравится. Вот именно эта маска. Классный такой, знаете, свежий ночной уход. Я ее когда заказала, помню, что-то сделала один раз, куда-то побежала. Мне показалась маска, ну, такая хорошенькая. А потом, когда я уже поняла, ой, у меня кончился ночной крем, вот тогда я ее оценила. Я ее нанесла и думаю, мама дорогая, какая кожа классная стала, понимаете? Вот вообще здорово. Бежим дальше. Вот такой вот крем для тела у нас с вами. Он действительно классный, мне он очень нравится. Это крем-вуаль для тела, спокойной ночи называется, успокаивает. Вот такой вот он нежный, видите, как берется классно. Угу. Вот так вот втирается суперски. Ну, нет нареканий у меня к нему, хорошенький такой, впитывается хорошо. Запах яркий такой, приятный, но не так вот прям мощно бьет в нос, чтобы там, ой, невозможно было. Но такой сильненький, хорошенький аромат. Так, с Dream Therapy мы с вами закончили, с линейкой. Вот еще хочу сказать, что я заказала вот такую парфюмерную водичку. Это уже вторая по счету такая вот именно водичка. С артикулом 3324. Чем она мне нравится? Ну, вот этот вот аромат, он более, конечно, нежный, чем та, которая мне вот сладкая понравилась. Но у меня тогда было такое настроение, что я хотела именно ту. Сейчас мне нравится именно вот эта вот водичка. Да, она тоже идет такая сладковатая, но она идет с примесями зеленых ноток. Той водой я уже набаловалась, и мне захотелось что-то более спокойное. Далее опять-таки взяла масочки, всегда они мне нравились. Мы сразу с мамой одну маску на двоих, вжух, и ее нету. Делаем на, ну как бы, надеваем на себя такую одежду, которая как бы идет как под грудью, и наносим прямо вот на шею, на лицо, от лба до груди, прямо зону плеч прорабатываем, в общем, полностью наносим, и нам такая на один раз вдвоем побаловаться. Значит, первая маска идет с артикулом 0043. Она восстанавливает защитные свойства, повышает эластичность, защищает от преждевременного старения, устраняет следы стресса, усталости, особенно рекомендована для чувствительной кожи. Такая вот она нежная, приятная и очень хорошо наносится. Мне прям нравится, как она наносится. Вот она хорошо очень распределяется. Мы наносим такой прям слойчик и кайфуем. Вот. У нее есть аромат, но не сильный, прям такой в нос не бьющий. И, кстати, вот тут вот есть как раз лопаточка в составе, но эту лопаточку некуда положить, поэтому лучше всего хранить в коробочке. Так, значит, способ применения. У нее несколько способов применения. Можно нанести тонким слоем и использовать ее, ну, как обычный крем. Это вот экспресс-результат. А для более эффективного эффекта мы наносим маску на очищенную кожу лица и оставляем на ночь. То есть на ночь мы наносим тонким слоем, а плотным слоем потолще мы наносим на 10-15 минут, и она тоже хорошо работает. Ну, в общем, мы держим, ну, я не знаю, пока сидим, триндим там, как говорится в своем женском, мы ее можем и полчаса продержать, и час продержать, ну, как захочется, вот сколько времени есть, но не меньше 20 минут мы ее держим. Действительно работает и действительно классно.
Следующая масочка у нас идет. Она идет с витамином В3, который любит все типы кожи. Она активирует обновление на клеточном уровне, способствует улучшению внешнего вида кожи, уменьшению выраженности мимических морщин, пор и других несовершенств. Витамин, которому до всего есть дело. Способ применения у нее тут один. Мы наносим маску с помощью лопатки на ладонь, распределяем маску между ладонями, аккуратно наносим на кожу лица и оставляем на 10-15 минут и смываем водой. Эту маску уже на ночь не наносим, а именно смываем водой. Почему наносим на руки, а потом уже на лицо? Потому что она неудобная. Если вот вы ее подцепите, она получается вот такая. И когда вы ее начнете распределять, это, ну, знаете, очень долго. И оно падать начинает и все такое прочее. Поэтому мы наносим сначала вот так, по рукам разнесли, а потом уже наносим на лицо. Как хочется, плотнее, не плотнее. То есть она такая уже, видите, комкующаяся такая вот масочка. И ее сложно будет распределить. Мы ее как-то раз не почитали аннотацию. Ой, открыли, нанесли. Ну, честно сказать, замучились. А она превращается прям в воду и очень хорошо прям увлажняет. Так суперски. И прям эффект такой приятный. В общем, классно и здорово. Но ее нужно обязательно смывать. Классный концентрат-активатор густоты волос. Заказываю его время от времени, использую. У меня вот не получается одну ампулу делать на одно применение. Может, я что-то делаю не так, но мне не хватает на всю голову применения. Что она вообще делает? Она укрепляет клеточный матрикс дермы, обеспечивает поддержку волосяной луковицы, заметно улучшает состояние волос, ускоряет темп их роста, уплотняет волосы. И тут также содержится комплекс, который пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос. Оно рекомендуется и для мужчин, и, конечно же, для женщин. И для достижения оптимальных результатов нужно использовать в комплексе с другими средствами для повышения густоты волос. Но я просто ее использую, вот ее одну. Редко заказываю вот всякие вот эти шампуни и все такое прочее. Редко, честно скажу, заказываю, вот, чтобы прям всю линейку пройти. Способ применения у них два вида. Есть интенсивный уход, можно как поддерживающий уход. Вот я больше пользуюсь именно поддерживающим. Интенсивный уход я проделала в Абхазии, потому что понимала, что солнце, море, пляж, дай-ка я проделаю. Все равно вот эта акклиматизация и все такое прочее, думаю, на всякий случай. Ее нужно наносить легкими массажными движениями и именно втирать в кожу головы и не смывать. Она не утяжеляет, у нее легкий такой ароматик какой-то есть чего-то. Я так и не поняла чего, потому что он слишком легкий. И одной ампулы достаточно для одного применения. Мне недостаточно, я использую по две. Значит, интенсивный уход нужно 3-4 ампулы в неделю целый месяц делать. Тут, например, 4 ампулы это полупаковки или чуть больше. И таким вот образом сколько нужно упаковок на месяц. То есть вот делаете, делаете. Можно 6 дней подряд проделать. Вот я разговаривала с трихологом, она смотрела вот это вот состав, все такое, и сказала, можно каждый день вот эти 6 штук проделать и как бы ждать результат. Или поддерживающий уход, это примерно 2 или 3 раза в неделю в течение 3-4 месяцев. Капсулка вот так отламывается, одна штучка, ее удобно наносить. Вот, тут надламываете и капаете на волосы. Вот обычная водичка, видите, обычная водичка, и она ничего плохого с головой не делает. Легко вообще, легко и просто впитывается и не оставляет никаких там следов, еще что-то. Ну, как бы хорошо работает, нормальненько так. Они у меня часто лежат просто около компьютера. Я сижу, что-нибудь смотрю и втираю, и втираю. Ну, как бы удобненько, так удобненько. Так, далее Блюм. Я вам рассказывала, что я пользовалась 45 Блюм. Так вот, пустые баночки я оставила там. Итак, мне понравилась линейка 45+, знаете чем? Ну, у женщин после 30 идет уже какие-то, ну, я не знаю, как это назвать, замины, заломы после сна. И вот это вот с утра очень долго, грубо говоря, расходится, пока все это разойдется, а ближе к 40, ну, вообще капец. И у меня, из-за того, что я привыкла к подушке из гречневой лузги, я когда сплю на подушке из нашей, из компании Faberlic, из гречневой лузги, я ложусь, чувствую, что у меня там давит там на висок и так далее, я чувствую, что у меня щеки, глаз, все начинает морщиниться от того, что я легла. Я там проделываю дырочку и сплю дальше. Я понимаю, что у меня и с той, и с другой стороны, ну, нормально получается, здорово. Ну, хотя бы засыпаю так, да, не знаю, что там дальше происходит. Вот, и как бы, ну, все в порядке. А тут, ну, обычные подушки. Я от обычных подушек уже отвыкаю. И для меня, если честно, вообще какое-то убийство на этих подушках спать. Потому что и шея болит, и лицо все в морщинах сразу. Ну, я уже привыкла просто к этим гречневым. Сейчас еще и специально анатомические, ортопедические крутые какие-то подушки.
катушки выпускают осконы или кто-то. Но я вот именно на этих гречневых уже много-много лет сплю, но я их уже заменяла, потому что они со временем становятся меньше-меньше из-за того, что там вот эта лузга, она, наверное, мы пользуемся, отдавливаем, и она сколько-то вот подсаживается. И кто-то говорил, что там какие-то животные, еще что-то заботят. Насекомые, ничего мне ни разу не завелось, все у меня в порядке. Как раз вот этот крем 45+, меня начал спасать. День где-то на 5-й, на 6-й после применения, утром, вечером, я упрямо пользовалась этими средствами. И я вам могу сказать очень интересное наблюдение. Вот эти вот все заломы от обычной подушки, они начали проходить. Я думаю, вуаля. Они не то, чтобы вот я с утра встаю и без заломов, они менее глубокие, они быстрее исчезают, вот эти заломы. Кожа быстрее возвращается. И я чувствую, что да, крем действительно работает. И это вот интуитивно, это было то, что нужно, чтобы я могла заказать. Вот именно вот тот Bloom 45+. Сейчас, так как мне очень понравилось, я заказала свекрови тоже линейку Bloom 55+. Я и заказала. И сыворотку. Кстати, сыворотки две штуки я взяла. И крем для век, и ночной и дневной крем. Очень понравилось. А себе взяла, чтобы продолжить, вот такую вот линейку. Дневной крем, ночной крем, сыворотку тоже две штучки и крем для век. Пока их распечатывать я не буду, потому что, ну, не знаю, как оно пойдет, потому что я несколько уже линий распечатала, мне нужно сначала истратить их. One Week Miracle я вам показывала и так далее. Единственное, что хочу сказать, что у них приятный у всех очень аромат. Вот тут идет аромат жасмина. Я не очень люблю аромат жасмина, а когда я увидела, я, честно вам скажу, я расстроилась, но... Тут до такой степени он клевый и невесомый, что вот эта вот свежесть жасмина мне наоборот понравилась. Хотя я жасмин не люблю, просто не люблю. Поэтому вот сейчас я буду проходить Bloom 45+, всю полностью линейку. Тут вы в рядочек увидите артикулы. А мама будет проходить Bloom 55+, тоже всю линейку, после того, как у нее закончится то, что я ей заказала ей в Абхазию. Но пользоваться она этим будет в Кирове, потому что муж забыл сдать декларацию в апреле, и нас заблокировали, нам экстренно пришлось возвращаться. И вот как раз на те 25 дней в Абхазии, которая должна была жить с нами там в Абхазии, свекровь, я ей заказала Гардерику 40+. Она идет 40+. Я ей заказала, говорю, мам, легкий кремчик, я знаю, что ты не любишь плотничком. Говорю, давай вот этот вот легкий кремчик мы с тобой попробуем в отпуске. Она говорит, о, окей, давай. Он все-таки полегче, чем матридженик, потому что матридженик он идет 60+, а Гардерика 40+. А после Гардерики она уже 55+ пойдет. Ну, в общем, посмотрим. Также я ей подзаказала к той линейке, так как не было этого в наличии на южном складе, на нашем кировском есть, вот такую вот умывалочку, чтобы у нее уже все было хорошо, чтобы она вот этим в Кирове всем пользовалась делом. Значит, умывалка к линейке Гардерика 0747. Она содержит стволовые клетки Гардерики. И вот такое вот ночное обертывание с артикулом 0738. Я тоже вот подзаказала ей, чтобы она и шею, и за шею, и за декольте тоже ухаживала. Так как это идет ночное обертывание, но шея и декольте все вместе взятые куда больше одного лица, то я и заказала ей два вот этих вот ночных обертываний и сказала, что это, вот это то. Она, а если у меня нечаянно на подбородок попадет ночное обертывание для шеи? Я говорю, мама, не утрируй, говорю, все нормально. Вот. Поэтому вот это ей. И вот тыкнула. Вот просто тыкнула. Даже не помню, как она действует. Сыворотку для лица. Axiology 4D Target. Это третье поколение кислородной косметики. Сейчас у нас уже идет четвертое. А я вот третье. С артикулом 0241. Эта сыворотка идет увлажнение, сияние. Она питает клетки кислородом, улучшает кровоснабжение, делает антиоксидантную защиту, восстановление барьерных функций кожи, делает усиление действий всех активных добавок, так как содержит технологию 4D Target Innovation. И также она мгновенно придает лицу сияющий свежий вид за счет содержания мельчайших светоотражающих частиц, обеспечивает увлажнение кожи. Ну, так понимаю, она дневная, и она идет без SPF-ки, без всего. Да, SPF-ки нету, но в этой линейке еще есть 15 мл идет, и вот она такая вот хорошенькая. Так, открыть бы еще ее. Слушайте, ну вот вижу, что она такая жемчужная. Вижу, что лицо сиять не будет, но отражать, да, действительно будет. И за счет этого не видно будет и морщин. Блестки морщины выделяют. Тут таких вот блесток нету. Тут именно что? Именно вот это вот отражение. Вот не помню ее даже. Запах такой нежный, легкий. Ну, в общем, приятная штучка. Но это сыворотка. Поверх можно еще SPF 15 такой же линейки крем нанести. Ну вот, да, конечно, разница есть. Чуть-чуть отражается, но это минимально заметно. Практически не видно. Я бы не сказала, что прям особо заметно. Нет. Нет. Немножко видно.
Далее заказала вот такую линейку, тоже купоны «Привет». Как раз очень много у меня кремов позаканчивалось. Это, походу, у меня уже пойдут запасники. Позаказывала кремов, вот эту всю линейку. Почему? Во-первых, кислородная пенка для очищения лица. Пришла это, пришло все мне, потому что маме я уже заказала такую линейку. Она уже у нее, она ей тоже будет пользоваться. 5807. Это тоже обычная умывалка. Вот такая вот классная. С очень приятным свежим ароматом. Мне она сильно-сильно нравится. Я ее время от времени заказываю. Потом, значит, я заказала кислородный мусс для глубокого очищения. Им можно пользоваться, по-моему, 2-3 раза в неделю, если я не ошибаюсь. Так, экономичный расход, достаточно вспенить. Я ничего не вспениваю, я так умываюсь. Там еще нужна вот эта пенка. Она у меня есть, но мне неохота. Выдавите на ладонь горошину средства, взбейте до полученной пены. С добавлением небольшого количества теплой воды. Для лучшего взбивания пены можно использовать специальную сеточку или мочалку для лица. Нанесите полученную пену на влажное лицо, помассируйте, смойте водой, избегайте попадания свет в глаза. Вот именно после вот этого средства 5793 кожа просто скрипит от чистоты. Вот я прям, я не знаю, это, наверное, единственная вот эта вот умывалка. Я ей часто не умываюсь, но максимум там пару раз в неделю, поэтому частенько бывает, что я не успеваю ей допользоваться. Вот она такая вот на самом деле густая, и я ее не взбиваю, а так просто наношу, если честно. Мне вот не хочется вот эти все пенки, вот это все наводить. И просто так рукой ее не взобьешь. Она взбивается только почему-то вот той штукой специальной, которую выпустила компания Faberlic. Очень даже интересный эффект. Не знаю, почему так, но я ничего не взбиваю. Просто пару раз в неделю пользуюсь. Я вот так нанесла, по-хорошему очень вот так вот на сырую кожу лица, понятно, нанесла, по-хорошему помассировала. Ой, ну запах просто обалденный. И все. И смываю, и кожа скрипит. Прямо я чувствую, что она очистилась. Я чувствую, что с ней все хорошо. Далее, после вот такой очистки, клевой, крутой, я протираю лицо, конечно же, тоником. И после тоника наношу первый слой. Это вот этот вот кислородный бальзам. Я вам про него уже, наверное, все уши прожужжала. Но он действует не только от ожогов, укусов, комаров и так далее. У него еще и есть классная функция усиливать все кремы. Действие всех кремов, потому что в нем содержится 20% нашего вот кислородного транспорта Novaftema 2 из-за технологии 4D Target. В общем, там все очень сложно. И такой вот бальзамчик, его надо совсем чуть-чуть. Если вы его много нанесете, кожа будет липнуть. Он сам по себе и увлажняет, и делает кожу эластичной. И, в принципе, вот даже, вот тут недавно в чате про Тутом прочитала, я даже удивилась, второй раз прочитала. Смотрите, у женщины болели ноги. И вот у нее не так болели, и ей посоветовали сначала вот этот бальзам нанести, а потом уже поверх бальзама посоветовали наносить крем с аргинином, и тогда крем с аргинином сработает еще лучше, чем вот без этого бальзама. Я думаю, удивительно, удивительно. В общем, 5806, оказывается, у него еще такое есть действие, но я не проверяла пока что, не знаю. Далее, кислородная маска. Кремов я не взяла, ничего не взяла, я взяла только вот это все, но без кремов. Кислородная масочка у нас идет, масочка тоже про просто чудо. Она мне очень-очень нравится. Артикул 5795. Просто отличная. Так, тут нечем ее подцепить. Тут такая вот она. Давайте с вами посмотрим теперь эту масочку. Угу. Она наносится, пусть она и такая же прозрачная, как та, но она наносится немножко по-другому. И тоже мне нравится. Эффект, в принципе, похож вот на ту маску, которую нужно сначала по рукам распределить. Но она, ну, более удобная, может быть. И мне действительно нравится. Также, когда вот такие маски вы делаете, можно еще сверху, в принципе, любую маску. Неважно, глиняная, там она гелевая маска, кремовая маска, очищающая, там питательная, без разницы, тканевая маска. Поверх еще можно сбрызгивать вот этим вот легендарным кислородом, восстанавливающим активным спреем, и тоже усилится действие маски, улучшится, грубо говоря, действие маски. Вот она у меня уже практически впиталась. Так, вот я забыла, есть ли у нее такая функция, как нанести потолще и смыть. Так, нанесите небольшое количество маски на кожу лица и равномерно распределите. При необходимости через 5-10 минут удалите излишки салфеткой. То есть можно излишки нашлепать, но удалять не смывая нужно. Угу. Ну, она просто идет как длительное увлажнение, пролонгированный такой эффект, удерживает влагу и насыщает кожу кислородом. Вот что нужно знать про эту маску. Далее, кислородная пенящаяся маска, она идет
ну, знаете, как вот, как вот проснуться, что ли. Очень-очень мне нравится. Я ее, кстати, недавно вам показывала, поэтому не буду сейчас скрывать. Она именно за мгновенный эффект. Вот вам куда-то надо, надо освежить лицо, и вот, пожалуйста, можете сделать эту маску. Она идет с мгновенным эффектом, который устраняет следы усталости, излишний блеск, очищает кожу, идеально перед большим мероприятием или нанесением макияжа. Маска начинает пузыриться, вспениваться при нанесении на кожу и обеспечивает глубокое проникновение кислорода в кожу. А когда кожа насыщена кислородом, то и действие всех и кремов и так далее тоже улучшается, и цвет лица, и все улучшается. Вот, в принципе, ее и принцип работы. Артикул 0857. Вот такая вот масочка. Ну и, конечно, мой любимый шприц, куда я без него. Он мне, кстати, шею хорошо подтянул. Мне понравилось. Очень жалко, что он такой маленький, и за счет того, что он такой маленький, он, конечно же, мне кажется дороговатым. Так, тут надо пододвинуть, и вот. Вот такая вот консистенция у него, нежная, легкая, мягкая. Но, на мой взгляд, маленький объем и дороговато. Я не знаю, сколько он тут мылы. Так, открытый 6 месяцев хранится, артикул 5794. Я ее быстро расходую дней, может, максимум за 10. Я наношу, по рукам распределяю и на шею, и на шею. Вот таким вот образом. Это значит, что касается Global Oxygen. Но еще по купонам Яна заказывала Айсеула. Ой, это вообще я, конечно. Но заказывала Айсеула. Так, давайте сначала, вот я еще вам скажу, заказала пару таких вот шприцов. Это пептид комплекс 3070 и гиалурон комплекс 3071. О них подробнее не буду, они практически так же выглядят. Там немножечко цвета другие. И принцип у них работы, ну, практически такой же, только они еще подтягивают, корректируют. Что еще я взяла? Так, давайте вот эту отдельную линейку возьмем. Концентрат для чувствительной кожи. Тоже 100 раз вам его показывала. Мне нравится. Артикул 0585. Прямо убегают в запасники, потому что один открытый у меня есть. Потому что я уже снимала, ну, грубо говоря, сфотч с него. Показывала вам, как он наносится, распределяется и так далее. 30 мл. Очень классная штука именно для чувствительной кожи. Оно и смягчает, и увлажняет, и снижает чувствительность. В общем, все, что нужно. Далее. Еще одно средство для волос от Эксперта. Тоже у меня есть открытое, я его еще не дорасходовала. Но вот оно такое. Немножечко, слегка, чуть-чуть что-то чувствуется маслянистое. Им тоже очень хорошо сохранять волосики, чтобы они росли. В связи с моей профессией я очень часто езжу по странам, по городам, по огромному количеству форумов. И иногда бывает такое, что я попадаюсь под очень плохого парикмахера, который портит волосы. И, конечно, если бы я этим всем не пользовалась, я бы уже, наверное, лысая осталась. Потому что некоторым вообще наплевать, они прическу сделали, деньги получили. А то, что их там всю жизнь потом плохим словом вспоминают, им какая разница, что в некоторых странах я по одному разу бывала. Значит, с артикулом 1885 у нас идет сыворотка концентрат интенсивное укрепление. Она решает проблему выпадения, возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до самых кончиков. Вот, но я ее втираю только в корни. Интенсивно укрепляет корни волос, и мне вот это надо. Я ее тоже укрепляю. Но и про ампулы не забываю. Это более, я так понимаю, легкое действие. Там более такое жесткое действие от выпадения, активатор волос. Далее поехали по Айсеулу. Так, увлажнялка, гель-трансформер. Обожаю эту увлажнялочку. Вот она идет в таком тюбике. Быстро у меня заканчивается. Я именно ее люблю наносить. Смотрите, сейчас она потечет. Я ее люблю наносить именно перед каждым макияжем, потому что она суперская. Она превращается в водичку и очень хорошо питает. Только толстый слой ее наносить нельзя, потому что она очень супер-мега питательная. Она прям хорошо работает. У нее, да, в принципе, у всей линейки Айсеул какой-то свежий, сладковатый, очень-очень вкусный, приятный аромат. Это легкий гель с невесомой текстурой, трансформером. При соприкосновении с кожей превращается в воду, которая мгновенно освежит лицо, увлажнит кожу и восстановит ее водный баланс. И почему-то вот с этого крема, без разницы, лицо или руки, вот я сейчас нанесла, и я чувствую теплоту. То, что, о, работаем. Далее, моя любимая скатка. Я ее как-то раз за рубль давным-давно выбрала в огромном количестве и еле-еле успела дорасходовать, чтобы не вышел срок. Очень нравится ухаживать за лицом, действительно хорошо очищает, хорошенькая, запах приятный. Вот лично мою кожу не травмирует, мне очень даже нравится. Да, то есть там есть такие незаметные катышки, и когда вы начинаете скатывать, вот так вот работать, они становятся крупнее, и чувствуется, что да, вот это вот все лишнее с поверхности кожи уходит. Но потом, конечно, лучше какой-нибудь кремчик питательный нанести. Вот видите, вот эти вот катышки начали появляться, и если кожа давно, вот особенно целую неделю, не скрабирована была, то у них
получается такой эффект, что прям сильно такие большие скаточки выходят. Как бы вот таким вот образом. Так, далее я набрала всех по одной штучке. Тут, ну, как бы и это в одно, все по одной штучке я, в принципе, набрала. Это такие вот гели. Во-первых, это ночная маска для лица. Я помню, что она мне нравилась. Думаю, а что бы не поделать, почему бы нет? У меня есть дневной крем, который остался. Почему бы не поделать эту масочку днем? SPF 15 от Axiology. У меня дневной крем есть, и мне его надо израсходовать. А вечером я вот поделаю масочки всякие ночные и так далее. И вот это именно ночная маска. Она стимулирует синтез эластина коллагена, отвечает за упругость, эластичность кожи, устраняет отечность, восстанавливает барьерные функции кожи и также борется с пигментацией. Я пигментацией начала страдать, у меня она есть около губ, и поэтому я эту масочку заказала. Я помню, что она действительно помогает. Вот она такая прям нежная, хорошенькая. Видите, такая вот не тянущаяся, но хорошо наносится. Способ применения у нее тоже обычный. Перед сном предварительно очистите кожу, нанесите маску и утром смойте просто водой. Можно просто водой смыть и тонечком лицо обработать, и уже легко и просто нанести уже дневной крем, какой нужно. Мне нравится такой легкий способ применения. Хватает ее тоже на очень долго. Храню ее тоже в ванной. Артикул 0856. Далее. Вот такой вот крем. Это совместная разработка России и Кореи. Вся линейка Сеул — это Россия и Корея. Это активный крем для лица с уникальным компонентом, который помогает улучшить состояние кожи, снизить выраженность пигментных пятен, защищает от агрессивных воздействий окружающей среды. Благодаря уникальной формуле крем комплексно воздействует на все основные проблемы, сохраняя молодость, свежесть, подтянутость и красоту кожи. Тут тоже идет витамин В3 в составе, экстракт гнезд саланганы с артикулом 0227. Тона тоже идет для всех возрастов, и вот этот крем для всех, и это для всех, и этот, и тот. Все везде для всех. Тут нету такого прям супер антивозрастного. Он уже, видите, такой густой кремушка, но тоже хорошо, легко наносится, разносится. Господи, у меня это место будет самым-самым молодым. Крем экономный, он очень такой плотный и тоже с очень приятным таким ароматом свежести, что ли. Вот прям не могу. Я вот кайфую лично. Мне очень нравится вот этот вот именно свежий аромат. Очень приятный. Поэтому тоже будем пользоваться. Один крем закончится, начнем другой. Понятно, что все сразу я не буду наносить. Так, далее гиалуроновый гель алоэ вера. Прямо 80% алоэ вера. Это для тех, у кого, ну, действительно идет какое-то раздражение по лицу, что-то нужно перебороть. Во-первых, у него идет легкая тающая текстура, которая дарит ощущение свежести, и он равномерно быстро впитывается и глубоко увлажняет, запускает процессы омоложения. У него есть два способа нанесения. Первый способ, как легкий гель ежедневно применения, обычный крем, или как восстанавливающая гель-маска. Ее нужно нанести прямо сильно-сильно, толстым слоем, оставить на 10-15 минут и излишки удалить ватным диском. Можно не толстым слоем, но тоже излишки тоже можно удалять. Вот он такой, прямо гельчик. Давайте с вами его. А, как много. Давайте его с вами вот попробуем. Вот он. Он прямо, знаете, такой, хоть я и снимаю видео в жире, он такой прямо охлаждающий. У него очень приятный аромат. Мне очень нравится этот аромат. Такой вот полупрозрачный получается, хорошенький. Ну и последнее, что я покажу в этом обзоре, это гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Мне не очень нравятся, я их очень люблю, но, конечно, чаще пользуюсь зелеными, не знаю почему. Тут немножечко идет другое действие, не как у зеленых. Тут в составе содержится косметический ингредиент, который насыщает кожу аминокислотами и важными макро- и микроэлементами. Также идет комплекс пептидов, который предотвращает и уменьшает морщины, укрепляет кожу, делая ее более молодой и гладкой. И также хлорелла. Она идет как пресноводная водоросль. Использование ее в плане косметологии может превзойти даже морские водоросли. Содержит большое количество протеинов и незаменимых аминокислот. В общем, классные патчи с артикулом 0916. Их тут 60 штук. Открытыми они хранятся всего 1,5 месяца. То есть у них хороший большой срок, но открытыми, если вы их уже открыли, только 1,5 месяца. Так как их тут 60 штучек, по 2 штучки в день, если делать, то они у вас кончатся ровно за 30 дней. Тоже идет лопаточка в составе, маленькая, хорошенькая. И вот они такие вот хорошенькие, розовенькие. И, кстати, они прям на лице уже идут такие, знаете, полупрозрачные.
Да, то есть вот они такие, их практически незаметно. Вот он, видите, как гельчиком они хорошо пропитаны, прям влажные, влажные. Ну, они, конечно, легко, вот видите, протыкаются, но это нормально для патчи. В общем, патчи очень классные. Ну вот, в принципе, дорогие мои, на этом все. С вами была Кольнова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В следующем обзоре еще буду показывать, что заказала по купонам.